Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас небольшой такой обзор покупочек из Магнит Косметик. Будем с вами тестить новинки. Может, они и не новинки, но для меня новинки. Поехали. Взяла Зелит антижир, как раз кончился. Я его очень люблю, он у меня всегда должен быть в доме. Это такая мощная, тяжелая артиллерия ГРАС, да, которой можно очистить все. Вот. А девчонки хвалили еще антиналет. Надо обязательно взять, попробовать. По акции сейчас Магнит Косметика именно вот этот вот антижир. Так, ну дальше. Бровь, как всегда, хорошая. Цена была 329, что ли, рублей за 4 штуки. Это нормально. Или 349 рублей. И дальше новинки. У нас в Магнит Косметик появился стеллаж с банькой Агафьи. Прям целый огромный стеллаж. Его раньше не было. И моя любимая маска тонизирующая, она стоит отдельно, то есть в том же месте, где и стояла, вместе с другими масками, на нее скидки не было, поэтому не брала пока. А вот эти продукты, девчонки, там от 30 рублей, от 30, маски для волос, шампуни для волос, скрабы для тела по 39, 49, 59, а вот эти маски, по-моему, 69. Одна какая-то... Нет, одна, по-моему, 69, другая 80. Где-то как-то вот так. Но вообще копейки. Я не пробовала никогда эти маски. Даурская маска для лица успокаивающая. Смотрите, с ромашкой. И тонизирующая. Контрастная. Лифтинг. Вот я хочу сейчас вот эту попробовать. Белый чай. Да. Давайте вот эту сейчас с вами попробуем. Интересно. Она такая прикольная. Кремовая и подкрашена светло-светло-оливковый цвет, но практически белая. Давайте наносить. Я вам составы не показала, но это так плохо видно. Информацию, кому интересно, вот состав поближе. Так, и второй состав. Успокаивающий. Ой, я такое точно люблю. Слушайте, пошел холодок по лицу. Вот как моя любимая освежающая, но нет, он другой. Не щиплет. Вот это освежающий щиплет, а здесь пошел холодок, особенно по векам. Я такие маски наношу на веки. Это прям сливочки-сливочки. Вот прям сливки натуральные. И пошел холодочек, холодочек, вот уже по всему лицу чувствую. Запах у нее такой прикольный, травянистый. Липовый цвет здесь как-то в аромате вот чувствую. Приятный. Липовый цвет, еще что-то. И пошел холодок вот по векам. Вот здесь уже в Т-зоне везде такой вот как ментоловый холодочек. Очень интересный эффект, слушайте. Может, отеки, наверное, тоже будет сгонять. В общем, ходим минимум 10 минут. Будем потом смотреть, расскажу об ощущениях. Так выглядит масочка спустя 15 минут. Слушайте, она местами впиталась. Я поняла, в следующий раз я буду наносить слой потоньше. Мне пока очень понравилось, смой, расскажу об ощущениях. Заодно вам покажу, как использую ГРАС. Вот смотрите, моя любимая сковородка Тефаль, да, которую я мою после каждого применения. И все равно с течением времени сковородки здесь темнеют. Вот что ты с ними не делай, да? Так, берем с вами ГРАС и разбрызгиваем. Сейчас я, наверное, в раковину ее лучше положу. Она у меня влезает, слава богу. Вот так. Как следует. Кстати, масочка очень понравилась. Помимо вот этого охлаждающего эффекта, он держится все время. Вот тут ручка темнее тоже, где металлическая. Я прям не жалею. Она сейчас грязь начнет стекать. Он, конечно, ядовитый. Лучше потом одевать перчатки, когда будем протирать или немножко подчищать. Вот. Масочка понравилась. Понравилась, очень понравилась. Прям вот вообще лицо потом упругое, такое мягенькое. Потрясающий эффект. Так, сейчас я оставляю минут на 10, но уже даже сейчас местами видно, как стекает. Тут пена уже такая немножко окрашенная. Он работает быстро, он гораздо эффективнее, чем средство для чистки духовок и плит в этом вопросе. Средство для чистки духовок и плит у меня слабее. Вот так им не очистишь. Все, вот так вот оставляем и пока про нее забываем. У нас через 10 минут со сковородкой произошло. Видите, грязь стекает прям. Сейчас попробую помыть. Ну и вот так выглядит сковорода сейчас. Вот тут хорошо все отъелось. Я потерла просто губкой для мытья посуды жесткой стороной. Но тут так сильно потерла, что немножко стерла черное. Я уже боюсь дальше тереть. Но мне кажется, еще раз можно вот так сейчас напрыскать, замочить. И вот тут тоже отойдет тереть. Уже больше не хочу. Терла обычной губкой, а тут черная уже съелась. А так в целом все нормально. Вот тут тоже, видите, съелась, терла сильно.
А так в целом все отлично, все здорово. Такая вот сковородочка. Так что грасс – это сила. Еще посылочка от Аравия, Аравия Профессионал. И в этом видео мы с вами будем тестить масочку для волос. Сейчас открою. Вот так она выглядит. Это минеральная масочка для чувствительной кожи головы. Успокаивает кожу головы, снимает дискомфортные ощущения. Очень интересная маска, большой объемчик такой. Кому интересно, показываю состав. Я знаю, вы у меня тоже любите Аравию. Девочки в Телеграм писали, у них прям много любимчиков. Кто пробовал эту масочку, обязательно напишите. Девчонки еще мне кидали ссылочку. Аравии скоро выйдет декоративка. Вообще здорово. Это очень здорово. Обязательно тоже с вами попробуем. Первый способ. Так, Крис, там посылку уже дербанит. Промыть голову шампунем, после чего распределить маску массажными движениями по влажной коже головы, разделяя волосы на пробор. Оставить на 3-7 минут, затем смыть теплой водой. Второй способ – нанести маску на кожу головы перед мытьем, начать, затем промыть голову. Но я уже голову помыла, поэтому мы с вами сейчас будем пробовать первый способ. Вот как выглядит тюбик. Удобный формат. 200 мл. Я больше люблю сейчас маски именно такого формата, потому что она стекает до конца, используешь ее до конца, да, нежели баночки, у которых сверху и бальзамчики, да, крышечка. Так, ну что, давайте наносить, давайте распаковывать и смотреть. Очень плотная масочка такая, слегка розового оттенка. Нанесла по коже головы, помассировала. Маска очень приятно пахнет, какая-то парфюмерная цветочная душка, но она не сильно бьет в нос. Да? Расход небольшой, она распределяется хорошо, поэтому хватит надолго. Ну что, минут 10 походим, да? Еще у меня в посылочке вот такой интересный гель для умывания Aravia Laboratories. Фитогель для умывания, очищающий с ниацинамидом. Деликатно глубоко очищает, регулирует выработку себума, защитный барьер, выраженное успокаивающее действие, без СЛС и улучшает цвет лица, придает коже сияние. Классно. Будем пробовать. Люблю такие средства с дозаторами, тоже очень удобно. Так, кому интересно, тоже показываю состав. Экстрактов много, правда, здорово вообще. Так, и артикул. Артикул А072. Артикул масочки вам не показала. Б0 или В, если они по-русски, 0,34. Это уже Aravia Professional. Гель выглядит вот таким образом. Он прозрачный. Пахнет какой-то профессионально натуральной косметикой. Какой-то запах чистоты и немножко травок чувствую. Запах очень приятный. Мне нравится. Давайте тестировать. Расскажу вам первые впечатления. Потом будем ролики про уход снимать. Уже вам более подробно дам отзыв. Маска, кстати, для волос, она тоже регулирует выработку себума, поэтому, у кого корни быстро жирнятся, прям рекомендую присмотреться. Но мы будем тестировать. Да что по факту? По факту, девчонки, лицо прям вот очень хорошо очищено. Действительно, очищает гель прекрасно. Просто изумительно, до скрипа. И хорошо очень вычищает и сужает поры. Пятерка. Я очень люблю такие средства. Кожа матированная, но нет какого-то пересушивания. То есть, прям вот нет необходимости сейчас что-то наносить. Она себя комфортно чувствует. Но, возможно, сухой кожей. Ну, сухой кожей этот гель и как бы, да, не надо. Сухой кожей другой уход подбираем. Слушайте, мне понравилось. Чистая прям до скрипа, до скрипа, до скрипа. Очень чистая кожа. Классный гель. Супер, будем тестить дальше. Так, а теперь следующая масочка от Агафьи. Вот это даурская маска для лица успокаивающая. Давайте ее попробуем с вами сделать. Очень интересно. Кстати, кто-то вчера из девочек в Телеграм писал на ту вот предыдущую омолаживающую маску, что были покраснения и жгло. Но все как бы в пределах комфорта, да. У меня не было ни покраснения от нее, от предыдущей омолаживающей, да, ни жжения. Я вам сказала, был холодок, вот именно холодок. Поэтому, кто такую маску пробовал, пишите, какие были ощущения у вас. А сейчас будем наносить вот эту. Масочка такая прям тоже, сливочки, йогурт, но больше йогурт. Она немножко жиденькая, ну, пожиже, чем предыдущая, по крайней мере, да. У нее такой светло-сиреневый оттенок, у нее очень бомбезная отдушка, девчонки. Отдушка вообще какого-то парфюма весеннего с нотками чуть-чуть жасминчика. Очень классная отдушка у этой маски, прям вообще потрясающая. Так, будем смотреть. Будем смотреть. Минут 10 похожу, как раз смоем с вами масочку с кожи головы и Агафью. Мой хороший, прошло 10 минут, наверное, уже даже побольше. Масочка кое-где впиталась. От нее совершенно никаких неприятных ощущений нет. Ни жжения, ни покраснения, ни покалывания. То есть она вот такая вот интересненькая. Но пока держала маску на лице, да, и на волосах, девчонки
Одна девочка написала в Телеграм, что у нее и от этой маски была краснота и жжение. Больше не использует. Не знаю, почему у девчонок так, может, на какие-то компоненты аллергии, потому что состав более-менее натуральный, такое возможно. Не знаю, мои хорошие, вот все прекрасно, как бы идем с вами смывать волосики и маску с лица. Смыла масочки, волосики, кожу головы себя чувствуют прекрасно, значит, они какие-то такие хорошенькие, плотненькие, рассыпчатые, здорово. Мне пока очень нравится, высохнет, посмотрим. Смыла маску Агафьи, тоже все отлично, все прекрасно. Есть элемент напитанности, я от такой маски не ожидала, если честно, что она будет питать, потому что она у нас успокаивающая, но нет, прям кожа очень-очень мягенькая, вообще не требует дальнейшего ухода, но я все равно всегда все делаю по полной программе. Тоже очень понравилось, слушайте, за такие деньги очень шикарные маски, прям мне зашло. Ну что, девчонки, волосы высохли естественным путем, и мне нравится, как они выглядят. Никакие не смывашки пока не наносила, прикорневой объем сохраняется, масочка в этом плане сработала очень хорошо. Знаете, девчонки, сейчас у Арави еще очень крутая акция, если в Москве проходит. Если вы сдаете, приходите на пункт пустые баночки, то получаете промокод на хорошую скидку. Поэтому, кто живет в Москве, я ссылочку на эту акцию оставлю в описании. Обязательно проходите, познакомьтесь. И ссылку на продукты Аравия, конечно, тоже оставлю под видео. Ну, на этом все, мои хорошие. Буду дальше вам рассказывать про маску, про умывашку. Обязательно продублирую видео про уход и, конечно, в пустых баночках. Всех люблю, целую, всем пока-пока.